Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Наталья Подольская показала, как их младший сын играет в манеже с игрушками. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Малыш Ванечка стал вторым ребенком в семье певицы и музыканта. Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков-младший воспитывают двоих детей. Старшему сыну Артемию в этом году исполнится 5 лет, а младшему Ване идет 6 месяц. Малыш уже заметно вырос, и звездная мама иногда показывает кроху на радость своим поклонникам. Подольская запечатлела сынишку в кроватке после утреннего подъема. Ванечка, одетый в белый комбинезончик в мелкую звездочку, лежит на животике и увлеченно изучает игрушку. Малыш беззаботно качает ножками, которые время от времени вытягивает прямо, и становится заметно, каким большим стал самый младший из Пресняковых. К слову, для Владимира Преснякова Ванечка стал третьим сыном. У музыканта есть взрослый наследник от брака с Кристиной Арбакайте, 29-летний Никита. Он уже 3 года женат, но пока не торопится делать отца дедом. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.